Февраль начался. Ну, у меня из белого только коза белая. Немножко скучается по зиме. Хочется как-то вот и хруст снега, вот это вот поземку, наст почувствовать под лыжами, погулять по лесу. Но пока это все недоступно. Это все как ностальгия. Очень приятная и очень трогательная. Особенно искрящийся снег. Вот этого прям не хватает, ребят. У нас зелень. У нас, в принципе, зелени много. Козы ее все время обгладывают. Вот. Но именно поэтому и именно вот от того, что скучаю я по зиме, мы планируем именно в феврале провести довольно большой курс по зимушке-зиме. Целых 3 произведения мы с вами создадим на этом курсе с различными спецэффектами, с которыми я с удовольствием, ну, с удовольствием просто поделюсь с вами, потому что есть чем поделиться, есть интересные наработки. И, конечно, в этом феврале будет не только зима. У нас еще одно событие будет День влюбленных. Ему посвящен как раз наш курс «Лебеди». Очень красивый символ пары, поиска пары у многих увенчался успехом после этого курса. У нас такие отзывы есть. Очень необычные вот это вот явление. Ну и символ тоже очень красивый, очень приятный. О годе быка тоже замолвим слово. В феврале у нас наступает лунный восточный календарь, нам дарит год быка. И события, которые мы заложим в наш курс, будут отчасти выкладывать успешную тропу, чтобы сложились все лучшие свершения, силовые моменты прошли вашу жизнь через этот мощный и такой бурный символ, который во всех религиях присутствует до сих пор, во всех мифологических системах вы найдете всегда вол, присутствует бык, татанка, зубр, бизон. Много ипостасей вот этого символа мы можем найти на нашей планете. И один из как раз этих образов бы я хотел вместе с вами реализовать с помощью таких направлений, как сюрреализм и импрессионизм. Два вот этих стиля использовать, чтобы сделать что-то волшебное, необычное, очень позитивная закладка на весь год, чтобы у нас произошла вот в таком совместном проекте. Ждем. Всего доброго. Удачи.